Ну, а что в итоге? Скажу, что плохо начали первый период, а потом вроде перестроили, забили два гола быстро. А второй был как бы 50 на 50, но в третьем вы сами видели, что произошло. Пару ошибок и вот вся игра. Во втором периоде показалось, что при счете 2-0 какая-то самоуспокоенность появилась. Было так? Ну, может где-то да, может где-то расслабились. Надо было продолжать так же, как мы играли. Я думаю, было бы все нормально. И немножко успокоились и увидели результат. То есть они забили два быстрых гола, и все, игра как бы повернулась. Подходит к концу, вот подошла к концу домашней серии, не чувствуете усталости? Ну, игр много. Я думаю, что все готовы. Просто, мне кажется, надо немножко морально себя подготовить лучше к играм. То есть физически мы готовы, все видите, что мы бежим, то есть бросаем, делаем все возможное. Мне кажется, морально немножко надо где-то перестроиться.